Друзья, всем привет! Сегодня мы будем вязать очередную рыболовную нахлыстовую мушку. Ну, также можно и на бомбарду, и на поплавок, и на все остальное использовать эту мушку. Так, наша задача сейчас намотать на цевьё чуть-чуть черной ниточки, вот так вот достаточно, отлично. Используем вот такой тут материал, чуть-чуть мы его прям буквально, наверное, вот столько вот нам будет предостаточно. Отрезаем. Нужен будет серебряный цвет с золотым. Мы положим, соответственно, вниз. Вы можете использовать любой другой цвет, на самом деле. Вот так вот мы сюда его прикручиваем. Чуть-чуть подравниваем и нам понадобится еще три вот таких перышка. Мы их вот так вот складываем вот так вот. Сейчас мы ее вот здесь вот привяжем. Ой. Наши перышки. Вот так вот мы его поджимаем их. Ну, в принципе, все как обычно происходит. Ничего здесь нового нету. Ну и, конечно же, отрезаем. Перья — это перо павлина, обыкновенное, недорогое. Сейчас мы тут резанем, подкрутим их слегка. Перо я сейчас буду делать с обмоткой, вот некуда мне его деть, вот так вот хотя бы, с обмоткой нитки чуть-чуть. То есть мы подмотали нитку и вот так вот, вот по кругу чуть-чуть мы ниточкой обходим. Для чего это делается? Ну, соответственно, делается это для укрепления пера. Так, пока достаточно. И вот так вот мы вместе с ниткой обматываем вокруг нашего цевья. Вот так достаточно. Раскручиваем, чтобы нам оно не мешалось при завязке, так сказать. Ну и здесь мы закручиваем окончательно наше перо. Ну, конечно, отрезаем. Перо не выкидываем. То есть из него еще можно как минимум мушки две намотать. Что я, в принципе, сейчас и сделаю. Лишнее отдам на просторы в интернете. То есть, а тут вот я замотаю. Вот так вот. Так, теперь мы берем нашу вот эту ленточку. И вот так вот мы тут с
слегка приматываем. Вот тут вот мы два раза обмотаем. Вот так. Здесь мы опять же закрепляем наш материал. Саш, стой оттуда. Вот. Также тоже это не выкидываем, оставляем на следующую мушку. Здесь вот мы подматываем. И теперь наша задача взять вот такую вот перо мурабу. Возьмем мы не очень много. Где-то, наверное. Вот так вот будет, наверное, достаточно. Вот такие вот наши перышки будут. Выравниваем их, чтобы они у нас были примерно в одном положении. Ну и как вот перо у нас сложится. Как оно ложится? Так вот оно ложится. Вот так вот мы слегка его поджимаем. Поджимаем и укладываем аккуратненько вот так вот на крючок. И сжимаем. Лишнее. Мы отрезаем. И чуть-чуть мы тут наматываем нашу головочку. Немного. Саша, Маша. Тут мы сразу заматываем. Вот так, раз. Раз. Без. Два. Нашу нитку отрезаем. И вот этот лишний мы отпаливаем. Вот так, отлично. Так, друзья, вот такое вот у нас получилось крыло. Но это еще не все. Сейчас мы возьмем, вот так вот будем держать. Крепко держим и отрываем наше перо. Вот так. Формируем наше крылышко. Вот так. Главное, только не оторвите его от цевья самого крючка. Пальцами вот этими держите крепко. Вот так вот, опа. И рвем. Все, ребят, наша мушечка готова. Вот так вот мы ее сейчас смочим. Вот такая вот получается у нас красота именно уже в воде. Ну, конечно же, вот здесь вот мы делаем узел. Ну и все, наша мушка готова, ребят. Уловистая мушка. Можно попробовать на окушка, либо где-нибудь в Сибири. Что там люди ловят. Ну, на окушок точно может такое клюнуть. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока-пока.